Вас приветствует канал dacha-club-md.ru, и в сегодняшнем видеообзоре мы поговорим об обновленной версии Hyundai Elantra. Итак, поехали! Современный седан Hyundai Elantra получил новый кузов, точнее производитель провел серьезный рестайлинг старой версии. Новый кузов Hyundai Elantra базируется на модернизированном шасси с иной геометрией подвесок, что позволило улучшить управляемость и комфорт автомобиля. Также производитель отмечает, что инженерам удалось уменьшить уровень шумов и вибраций и снизить коэффициент лобового сопротивления. Габаритная длина седана 6-й генерации выросла до 457 см. Величина колесной базы осталась прежней 270 см. Ширина составила 180 см. Высота 144 см. А объем багажника составляет 458 литров. Масса варьируется от 1295 до 1345 кг. Базовым движком для Hyundai Elantra AD в России является 1,6-литровый атмосферник мощностью 128 лошадиных сил, который доступен в паре с шестиступенчатой механикой либо с автоматической коробкой передач. На разгон от 0 до сотни такой версии требуется 10,1 секунды, а максимальная скорость 201 км в час. Более мощный 2,0-литровый мотор выдает 149 сил и 192 ньютон-метра крутящего момента. С ним седан на механике ускоряется от 0 до 100 км за 8,8 секунд. Внешность и салон деформированный вариант Elantra был выполнен в стиле Fladex Culture 2.0 с характерной шестиугольной решеткой радиатора и вытянутой светотехникой. В профиль Hyundai Elantra привлекает внимание, характерный для кузова фейсбэк, не спадающий к багажнику линии крыши, элегантная конфигурация окон и зеркал, двумя ступенчатыми продольными рельефами, увеличенными размерами колесных арок. Экстерьер Elantra получил новые крылья, капот, крышку багажника, бампера и, естественно, оптику. Конечно, переработали решетку радиатора, в фарах головного света появились мощные светодиодные элементы. Во внешнем виде можно найти массу треугольных форм и резких линий. Задние фонари получили светодиодное исполнение. Номерной знак переехал ниже, с ниши, крыши багажника на бампер. Спереди площадка под номерной знак будет располагаться в зависимости от страны продажи модели. Что касается внутреннего интерьера, салон седана преобразился еще сильнее. Здесь полностью другая передняя панель, иные рулящие ток-приборов, а также улучшенные материалы отделки. Верхнюю часть занимает большой монитор с аналоговой кнопочной настройкой, нижнюю панель настройки кондиционера и несколько малоформатных воздушных диффузоров. На стыке консоли и тоннеля оборудован объемный колодец для хранения и подключения цифровых гаджетов, а также другой мелкогабаритной клади. Далее в стандартной последовательности находится рычаг переключения режимов работы трансмиссии, подстаканники и подлокотник, открывающий доступ к небольшой холодильной камере. Также просматривается стильное оформление мультифункционального руля, интуитивно понятное назначение размещенных на спицах кнопок настройки штатного оборудования. Стандартная компоновка приборной панели состоит из круглых стрелочных индикаторов и вертикального компьютерного монитора. Полной ревизии подверглась и центральная консоль, которую по-спортивному немного развернули в сторону водителя. Внутри новый Hyundai Elantra выделяется переоформленным щитком приборов, а также новым блоком управления микроклиматом и мультимедийкой AVN 5.0 с 8-дюймовым дисплеем в топовых комплектациях. В списке электронных ассистентов появилась функция Safe Exit Assist, блокирующая дверные замки при приближении сзади автомобиля. В представленной таблице вы можете наблюдать цены за соответствующие комплектации. С вами был канал со сложным названием dacha-club-md.ru. Если вам понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик. Ссылка на полный обзор автомобиля находится в описании.